На большой сцене Ленинского мемориала в рамках благотворительного новогоднего праздника прошел первый показ новой, но в то же время неувядаемой истории по мотивам знаменитой английской сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». В спектакле были задействованы артисты молодежного театра под руководством лауреата региональных театральных фестивалей Алексея Храбского. Она так страстно хочет, чтобы дети были счастливы, что она прилетает к каждому в дом, в котором нет согласия, в дом, в котором нет единения, в котором дети одиноки. И она спасает их от одиночества тем, что возвращает родителей к детям, а детей к родителям. Вот такая у нас задумка. Но это не просто история про няню, это музыкальная новогодняя история. Во время спектакля впервые прозвучала живая музыка в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский». Правда, музыкантов видно не было. Они находились в оркестровой яме, которую спустя много лет открыли специально для театрализованного представления. И следующий год мы открываем абонемент, театральный абонемент. У нас будет здесь премьерные постановки оперы и балета, когда оркестр будет находиться в оркестровой яме. И вот этим действием, которое сегодня мы открываем музыкальным, такой мюзикл, так называемый «Мэри Поппинс с Новым годом», мы открываем новую страничку истории Ленинского мемориала. Во время спектакля исполняется музыка известного российского композитора Максима Дунаевского, написанную им к знаменитому советскому фильму «Мэри Поппинс. До свидания». Он не только дал разрешение на использование музыки, но даже прислал Ульяновскому симфоническому оркестру партитуру мюзикла. Я надеюсь, что это будет интересно для публики, и это привлечет людей, как-то их вот так вдохновит, может быть, на то, чтобы они загадали желание, они обязательно исполнятся в наступающем году. Новогоднее представление будет идти до 7 января. В программе праздника традиционный хоровод у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и озорная дискотека. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».